Сегодня «Спутник Эстонии» открыл свой пресс-центр, пресс-центр «Спутник» в Эстонии. Это уникальная, высокотехнологичная, мультимедийная медиаплощадка, которая открывает, по сути, новые возможности. В доказательство уникальных возможностей сейчас с нами посредством видеомоста на прямой связи из Москвы находится главный редактор «Спутник» Маргарита Симонян. Маргарита, здравствуйте, как вас слышно, видно? Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, спасибо. Коллеги, вас видно прекрасно, слышно прекрасно, меня вам слышно, видно? Отлично, видно, слышно, мы на связи. Маргарита, ну, вам слово, конечно. Дорогие коллеги, уважаемый господин посол, ребята, которые работают у нас, спутники, коллеги, которые пришли посмотреть, что мы новенькое открыли. Я, во-первых, всех поздравляю с тем, что такой роскошный мультимедийный центр, который уже существует в разных странах по всему миру, теперь открытый в Эстонии. Это, безусловно, хорошо для нас, для России, для российских журналистов, для возможности разговаривать с людьми по всему миру. Но это и даже сложно мне сказать, в не меньшей мере или в большей, или в такой же степени хорошо для журналистов, которые работают в Эстонии. Чем больше создается таких хабов, чем больше центров, точек, где можно развиваться профессионально, где можно учиться чему-то новому, где можно научить чему-то новому своих коллег, где можно увидеть, как работают другие люди, тем, безусловно, это лучше и для профессионального роста, и для широты возможностей всех тех, кто живет в вашем городе, кто живет в вашей стране. Можно даже назвать пресс-центр информационным мостом, который свяжет Таллин не только с Москвой, но и с другими столицами мира, поскольку, как вы знаете, спутник находится во многих странах. Мы в рамках нашего пресс-центра, в стенах нашего пресс-центра будем проводить мероприятия различного формата. Это и прямые трансляции, и видеомосты, и аудио-видеопродукция, непосредственно пресс-конференции будем также проводить. Плюс надеемся, что наш пресс-центр «Спутник» в Эстонии станет, плюс ко всему, новой дискуссионной площадкой. Ведь здесь могут собираться представители различных областей и вступать в дискуссии, обсуждать со своими коллегами те или иные темы. При этом участники могут находиться за тысячи километров отсюда. Я думаю, что это, в общем-то, какой-то, ну, скажем так, новый шаг в развитии, улучшении, не побоюсь этого, взаимоотношений Эстонии и России. По крайней мере, спутник пришел в Эстонию исключительно не для того, чтобы разжигать войну, а спутник Эстония пришел сюда исключительно для того, чтобы предложить альтернативную точку зрения. Но мы, безусловно, любим эту страну, Эстонию, все сотрудники, практически граждане Эстонии, все без исключения жители Эстонии, и им не безразлично то, что происходит в Эстонии.